я. Сегодня я буду кормить своих рыбок шпинатом. Вот моя грядочка. Я буду рвать широкие листочки. Наберу пучок. И расскажу вам, что делать с ним дальше. Вот такой пучок я нарвала. Этого будет достаточно для моих аквариумных рыбок. Пойдемте, я сейчас его ошпарю кипятком, покажу вам, как это делаю я наглядно. Укладываем шпинат в котелок. Так, укладываем. Хорошо. И заливаем крутым кипятком. Ждем 5 минут. Вот. Воду кипяток я слила. Шпинат стал мягким. Сейчас я разделю его по пучкам. Положу в аквариум. Рыбки его смогут скушать.